Прибывшую из России гуманитарную помощь сегодня доставили в социальные объекты Алматы. Это дом ветеранов, интернаты и детские дома. Средства защиты раздавали волонтеры городского молодежного крыла «Жас-Отан». В общей сложности представители российского гражданского сектора направили в Казахстан 34 тысячи медицинских масок, перчаток и антисептиков. Подробнее о благотворительной акции в материале Айданы Нураш. С самого утра алматинские волонтеры распаковывают коробки, полученные от российских добровольцев. В них все самое необходимое – средства индивидуальной защиты. В рамках акции «Добрососедство» мы только вчера получили гуманитарную помощь, гуманитарный груз от наших российских коллег, от неправительственных организаций. Также от общественников города Москва 17 коробок гуманитарной помощи. Там у нас маски, перчатки, антисептики специальные. Здесь порядка 30 тысяч одноразовых масок и более 1500 медицинских перчаток. Расфасованные средства защиты сегодня доставят в социальные объекты города. Доставить средства защиты отозвались 20 волонтеров молодежного крыла «Жас-Отан». Первым в списке у добровольцев – дом ветеранов, расположенный на Шаляпина Мумушулы. Туда доставили порядка 1000 медицинских масок, а также 300 пар перчаток и антисептики. От имени администрации и жителей центра нашего хочу поблагодарить всех волонтеров. Огромное спасибо, что в такое время поддерживаете, оказываете помощь для пожилых, для инвалидов. Огромное спасибо. Дальше волонтеры отправились в детские дома и интернаты. Там сейчас, как нигде, нуждаются в заботе и помощи добрых людей. В этой непростой ситуации дети нуждаются в наших помощях. Сейчас особенно важна наша поддержка, забота, чтобы они не заболели этим вирусом, чтобы мы хоть чем-то как-то помогли. Акция «Добрососедство» стартовала 9 июля. Она направлена на то, чтобы помочь нуждающимся в период карантина. Организаторами выступили некоммерческие организации России. Ранее гуманитарные грузы были доставлены в Кокшетау, Костанай, Нур-Султан и другие города. Айдана Нураш, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».